Уборочная страда в Чувашии набирает обороты. По информации Министерства сельского хозяйства, в районах скошено более 20 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Пока посеянные культуры не радуют богатыми всходами. Урожайность одного гектара составляет 15 от силы 20 центнеров. Ударными темпами сейчас работают аграрии южных муниципалитетов. В Яльчикском районе убрано уже 20,5 тысяч гектаров, в Батревском более 19 тысяч. Пока синоптики не предвещают обильных осадков, но все может измениться. В Министерстве сельского хозяйства призывают не уповать на хорошую погоду и ускорить темпы работ. В ряде муниципалитетов уже началась уборка картофеля. В этом году аграрии должны получить неплохой урожай второго хлеба. В некоторых хозяйствах сейчас задумываются о строительстве новых хранилищ для картофеля. Правда, до сих пор актуальна для республики проблема с неосвоенными землями. Их площадь превышает 49 тысяч гектаров, но уже в этом году картина должна измениться. В текущем году ожидается 6,5 тысяч гектаров залежи земель. На сегодняшний день введено около 5 тысяч. Но хочется отметить, у нас есть субсидии и предусмотренные в республиканском бюджете на введение в оборот залежи земель. В то же время на текущую дату в местных бюджетах предусмотрено только 943 тысячи рублей. Это Аликовский, Урмарский и Цивильских районах. Остальные районы, которые планируют, в своих бюджетах не предусмотрели.